Ясенька. С каким... Очки. Ясенька. Очки. С каким вкусом был кальций? Очки. Йося. А где мои очки? Я спрашиваю, с каким вкусом был кальций? Вкусный. Какой вкусный, зайчик? Мятый. Нет. Вишня. Ты что, офигел? Да, ты что, не съел кальций? Съел. А потом кости будут болеть. Зай, с чем был кальций? Почему ты не съел кальций? Вот так, кстати, удобно. Зай, почему ты не... Сейчас тебе еще одну таблетку дам. Да съел, зай. Нет. Зай, надо... почему ты не съел кальций? Ну, хватит меня терроризировать. Зай, ну надо витаминки пить. Так-так-так, сегодня ко мне приехала Нина в гости красить мне корни. В тот раз нарастила мне волосы, а у меня они очень быстро отросли. Мои корни светлые, а крашусь я в темную. Сейчас мне будут писать, что при беременности нельзя, конечно же, краситься. Безымячно, ребят, краска краситься можно. Мы же хотим быть красивыми. Правда, Нин? Да, правда. Нужно даже краситься. Верно. Все, всем пока. На вопрос, почему вы до сих пор на проекте? Потому что мы самые лучшие здесь. А еще раз скажи это. Самые любящие, самые смелые, самые творческие. Все вместе. Правильно, Кать, согласна с ней? Эту игру я просто полюбил. Да, я помню, это было в 7 классе. Я шел, хотел привлечь внимание девочки, по итогу отвернулся от нее и упал в колодец. Ох, это было... Идем. Зая, жду тебя. Писал фанатские письма знаменитостям. Зачем писать знаменитостям, когда знаменитость — это я? Ну что, знаменитость продолжает отвечать, было или не было. Носил парик. Каждый божий день я ношу какой-либо парик. Мне кажется, когда вам не нравится ваша прическа, лучше в запасе иметь какие-нибудь лишние волосы. Пока ты дойдешь, я уже поотвечаю. Участвовал в кастинге, да, участвовал в кастинге презервативов. Не прошел. Камера покажет, кто здесь киса. Камера покажет, кто здесь крыса. Камера покажет, кто сладкий пирожочек. А это красавица. Красавица издалека всем нравится. А ближе подойдешь, от страха упадешь. А говно и в Африке говно. Йось, можно домой пойти? Сейчас, меня Макс что-то позвал. Йось, отстань от моего молодого человека. Йось! Сейчас, прости. Парень, проход запрещен для женщин. Мам, можешь попросить Йоси, чтобы он не забирал мне Максима? А куда он его забирал? Он его, не знаю, увел в лес. В темноту. Ну, не в бассейн.